Нет, но я так и думал. Эта лестница тут стоит просто так. Может быть, в этом доме? Громовой посох. Посмотреть на карту. Блин, сколько всякого дерьма. У меня бесконечный бэкпэк. Эти записки найдены рядом с убитыми солдатами. Заберите герб милосердия, чтобы сразиться с главарем разбойников. Змеевик. Какой, блядь, змеевик? Я должен был встретиться с этим, с Быковым? Чё за дерьмо? Что такое вообще змеевик? Заканчивайте. Где, блядь, Быков? Штормовой берег. Наведение порядка. А, во, капитан Быков. Все, отстаньте, короче. Мне это дерьмо, я вообще не хочу никакой порядок наводить. Мне и в беспорядке нормально. Это ж тут? Да, господи Иисусе. Зачем я вообще... Чего я вообще взял, что я выполняю тот самый квест? Все, ребят, мы типа в говне. Обратной дороги нет. Покатились, как Джеки Чан в фильме «Кто я?». Ладно, надеюсь, Быков не будет проверять нас боем. Просто скажет, чуваки, вы такие классные. Но квесты тут просто на уровне World of Warcraft, ей-богу, просто. Блин. Ну, типа, нет, в World of Warcraft поинтереснее квесты. Тут, ну, даже меню эти, типа, вы собрали там один. Блять, это реально офлайновое ММО. Я не понимаю, зачем я вообще в это играю. Нет, она классная. Я на самом деле пошутил. Это классная игра. Да, блядь, забейте, короче, вообще. Не хочу с вами стреляться. А, это и есть чуваки Быкова. Ну тогда мочим. Надо на возвышенность встать. 2 метра и все такое. Ой-ой. Ну тогда вот сюда. Отойди от моего голубого бревна, я невидимый. Ты не можешь знать, кто я. Я могу быть... Нет, это уже бред. Кто дерется с кем? Вот, чуваки, вы, глядя на экран, можете сказать, что вообще происходило? Вот это красавчик. Это Быков. Твою мать, он классный. Че я скалсил, это мужик или баба, что за дерьмо? Крем. А ты должно быть железный бык, странное место для пира, впечатляющий бой. Да, классный был бой. Он будет с нами воевать? Он классный, блин. Бухает и все такое. Пойдем накатим. Реально, я еще удовольствие от этой игры вообще не получал до этого момента. Может быть, это первый персонаж, который мне реально понравится. Трудно забыть Кремизиуса. Бля, как вообще появились эти... Это кто-то трахнул Друфал, что ли? Что? Ну что, ты видел нас в бою? Наши услуги не дешевы, нам то стоит. Ну, если можете себе позволить.
Насколько недешево. Твой посол Джозефина, мы с ней все обсудим и наговорим с оплате. Я, честно говоря, не понял, стоите вы этого или нет, потому что все били друг друга, и я ничего не понял. Пригодитесь. I'm your man. Whatever it is. Demons? Dragons? The bigger the Блин, он классный, я его возьму себе в пати. Если есть такая возможность, выкину какого-нибудь пидора. Слово Бен Хазрат тебе говорит о чем-нибудь? Смутно, нет, да нет. Не буду The Bin Hasrath are concerned about the breach. Magic out of control like that could cause trouble everywhere. I've been ordered to join the Inquisition, get close to the people. У него постоянно растут эти рога или в каком-то возрасте перестают? И что будет, если их обломать? Или может быть у него жена неверная? Еще получение агентов Бен Хазрат, если возьмешь с команду, будет делиться тем, что знаю. Да. До встречи, чувак. Ты классный. Так, кого выкидываем, блять? Ну, в этот раз точно Солоса пошел в анал. Берем железного быка, Кассандру и гнома. Хотя гном меня заебал, если честно. Ну ладно, пусть будет. Требуется влияние 14 из 15. Господи, это дало мне только одно влияние, сука, мразь. Сведения персонажа. Так, инвентарь. Капризный лук. Это явно не для тебя, но у тебя, блядь, лезвие быка 95. Но есть еще и клеймор, который даже больше на урон. Не, давай, наверное, ты будешь своим лезвием, тогда и башить не буду тебе ничего давать. Доспех. Пехи, шлем, заступник, это меня устраивает, аксессуары, амулет силы, только варик может носить. Окей, так, тебе надо нормальное тогда оружие давать, будешь ебашить клеймором. Блин, шлем какой-то дебильный. Но лучше ничего нет, так что будешь носить этот шлем. Жалко, что я тебя не увижу в нем никогда. И ты похожа на воробья, но... Ну, хоть не на Елену воробья. Так, варик. Давай, амулет силы. Оружие. Блин, с кинжала ты не умеешь. Бьянка, 51 урона всего. Ну, ладно. Оставляем тебя на этом говне. И я, капризный лук, лук с драконом, равновесный кинжал, 98 урона в секунду. Может реально кинжал взять и кромсать всех? А, блин, вот как его рассмотреть. Ограничение не варик, только разбойник. Плюс 3 ловкости, плюс 5 от огня, плюс 6 к урону, плюс 2 кровотечения, нет, это полная хуйня, плюс 5 вероятность критического удара. Это забавно, на случай, что он тоже 62 дамажит, но тут плюс 4, 50 урон, плюс 5 от огня, плюс 6, 55 урон.
с двумя рунами. Не, наверное, этот лучше. Железный бык. Так, а Кассандре я въебал этот клеймор, ну-ка. Она теперь может по площадям ебашить. Ладно, я вообще не знаю, зачем я это изучал. Суть не в этом. Суть в том, что нам надо добыть еще одно влияние. И где нам это сделать, как не здесь? Штормовой берег. Наведение порядка. Не обязательно заберите герб. Три лагеря. Ну ладно, давайте наводить порядок. Господи, как мне не хочется делать эту миссию. Я прям вижу ее описание, как будто мне по губам водят. Ну ладно, ничего страшного. Надо просто собраться. Надо просто собраться. И съебать отсюда. Или все-таки... Блин, не, короче... Не. Не хочу. Не нравится мне этот штормовой берег. Блин, идти так далеко и все такое. Ладно, погнали. Че не сделаешь ради, блин, встречи с храмовниками? Я бы, наверное, попугаю отсосал в таком состоянии, лишь бы встретиться с ними, если бы мне это дало одно очко уважения. Пойдем. Железо. Я так и не нашел ни одного другого минерала, где надо собрать 10 железа и 5 какого-то дерьма. Я только железо видел с тех пор. Не то чтобы мне хотелось что-то собрать, но... Вы же понимаете... Ах, да, я забыл. Тут надо обходить всегда боком. Прямой дороги нет. Прямой дороги нет. Это Кавказ. Когда я наконец пойму прописные истины? Только огромной огибающей дугой длиной в километры можно достичь цели. А, Варик еще получил. Левел ап. How do you guys live without this stuff? I don't see what the deal is, honestly, but different tastes. Ah, now I just need some hot milk and some of those Orlesian ghee morphs to put in it. Hey, what you do with this cocoa is up to you. I don't need to hear about it. Интересные у них диалоги. Мне кажется, это хорошо, то, что они друг другу нравятся, особенно перед тем, как войти в большую бухту. Интересно, есть среди зрителей на стриме еще тех, кто остался жив, люди, которые помнят номер... О, баран. А, номер Юрия Гальцева про то, что типа, ух ты, мы вышли из бухты и все такое. Я когда-то любил смотреть телевизор и аншлаг и все такое, может, поэтому я такой веселый. И задорный. Трудно даже сказать. Все, давайте скатываемся. Он какой-то гомосексуальный, блять, лагерь. Мы сейчас его разобьем, и все будет просто потрясающе. Именно после этой перестрелки начнется самый фан. Я как кошка скатываюсь просто. О, нет. Блин, нифига себе. Что-то они сильные какие-то. Или мне показалось? Да нет, показалось. Просто на самом деле придется много стрелять. Да даже... Блин. Этот рогоносец, он вообще жесткий. Просто взял и расфигарил всех. Так, найдено... Лагерь. Стоп. Мне надо шмонать тела, похоже. Нет? Ну ладно.
Заберите герб милосердия. Найдите разбойников. Я не знаю, короче. Просто давайте войдем и всех отпиздим. План такой. Другого нет. Я бы придумал что-нибудь получше, но сегодня именно так. Пума смерти нет! Блять, откуда она у них? Я думал, она служит только сатане. Твою мать! Уходи! Нет, нет, нет! Парни, придумайте что-нибудь без меня. Хилок мало. Не затащим. Или затащим. Как знать, как знать. А, нет, пума смерти вообще не подамажена. Так, ребят, вы пока это, а я пока подниму наших павших друзей. Ну же, где же? Или это не наши? А где умерли наши? Нашел Кассандру, давай, Кассандра. Не-не-не-не. Сосать. Железный бык. Без тебя нам не справиться. Бежим! Срать на железного бика! Пошел он нахуй! Были же лечилки. Какого хера вы их не пили? Блять, идиоты! Кретины ебаные! Так, железный бык, вставай. Без тебя нам не справиться. Забудь про то, что я послал тебя нахуй. Пауза. Бык. Помогите мне с пандой смерти. Блять, она заебала. Слышь, карлик, давай. Какого хрена, блин? Стреляйте, я сагрил их, пока Кассандры нет. Видимо, я должен этим заниматься. Нет, 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 нет. Нет, нет, только не прерывай. Господи, если этот бой закончится победой наших, я очень удивлюсь, но, пожалуй, этого не произойдет. Почему я их называл пандами смерти, а не пумы смерти? Или я их называл всегда пумами? Ну, я просто уже спать хочу. Ребят, ну это просто пиздец. Это просто пиздец то, что мы сейчас сделали. Вы представляете, какой файт мы выиграли? Мы затащили. Give me влияние. И прочее дерьмо. Тетрис что-то написал. Крепкая кольчуга ученика. Ну, это эскиз. Еще один клеймор. Блять, эти пумы, это просто пиздец. Порхают, как бабочки, жалят, как пумы и все такое. Сколько у меня очков влияния, вот как мне? А, во. 15-15, все, можем возвращаться, ребят. Я не знаю, почему я стал невидимым. Это случайность. Фух. Теперь все точно как нужно. Если только, знаете, ну типа они не затроллят меня, не снимут очки влияния за перемещение и все такое. Не-не, бой закончился. Вы можете не париться. Все хорошо. И
Я еще никогда не был так близок к успеху в этой жизни. Ну, как бы... Игра окупилась, я так считаю. Еще... Давайте, короче, уже сейчас заканчивается стрим ночной. Все такое, поэтому... 5 часов 43. Всем, кто был все это время со мной, несмотря на два падения стрима и на то, что я уже давно в бреду в каком-то сижу, огромное спасибо. Я думаю, что... Ну, кто-нибудь сейчас контрольную подписочку какой-нибудь Хесус Хуй второй раз и... Разговор с храмовниками, и можно заканчивать наше приключение. Честно говоря, ну, серьезно, наиграв... сколько сегодня я, наверное, часов 5 наиграл, 6, но... нет у меня мотивации вернуться в этот мир почему-то, не знаю. Ну, блин, я вроде как понимаю, что игра-то неплохая, но... Не заинтриговала, что ли, в первые 6 часов, а значит... Любовь невозможна уже, не знаю, трудно сказать, но... Тот же Far Cry мне до сих пор хочется вернуться и пройти, поэтому я, наверное, буду в Far Cry играть все-таки. Да проходить и все такое. Всякие вышки лутать. Мне больше нравится. Я люблю RPG, мне нравился первый Dragon Age, и он меня серьезно, вот он меня увлек, хотя и там было дебильных миссий до хера. Но тут что-то как-то, блин, не покидает меня ощущение, что я играю в ММО. Лиана Жозефина, не предлагая рук, пытается не кнутом, так пряник принесется со стороны самфлейтных дворян. Поехали. We must first convince the Lord Seeker to bring the Templars out of exile. We've received word from a knight recruit. They gather at Therrenfall Redoubt. It has been vacant for decades. Why go there? We must approach the Lord Seeker again to get anywhere. We can ask him then. Нужно посадить их на поводок. We need them under control. Вот это классное решение. Почему? Несмотря на мою броню, всегда в какой-то сюртук капитана Шепарда наряжаюсь заставкой. Еще лорд искусит. Even the Lord Seeker would find it difficult to ignore so many nobles on his doorstep. Yes, especially when led by the Herald of Andraste. Ну, если это нам поможет. Ничего не понял, давайте заново. Rumors you were saved from the fate by Andraste have grown legion among the Templars. We've done our part to encourage them. A herald with a few companions may be dismissed, easily set aside. That same herald returning with noble support will be ну, короче, тёлки время не теряли, отработали гонорар, видимо, и теперь меня все окончательно любят даже в тех кругах, где до этого сомневались. Надо, наверное, было сказать, что да, ведь я вестник Андрасты, и тогда бы это понравилось. Тёлки, но я уже не уверен, что я когда-нибудь дойду до того момента, чтобы ей присунуть можно было бы. Скорее меня трахнет, блять, быков. Не, нахуй магов, короче. Блять, у меня магов не хватает нихера в компании в своей. Наверное, ту магичку можно было бы взять и... Типа, я не знаю, выбираю храмовников, я, наверное, вообще отказываюсь от маков и остаюсь с этим лысым педиком, но, может быть, у меня еще будут варианты, но, тем не менее, я не... Блять, маги стоят 2 очка влияния, а эти пидоры целых 15, так что пусть лучше будут они, ей-богу. Бык, Кассандра. Дорогая подруга, прекрасно понимает, это снижение размера грязного крована. Чего? Я думал, тут советы показывают, как играть, типа.
Ладно, сейчас увидим еще раз этого чувака. Надеюсь, он нас сразу встретит и все такое. И не будет это продолжаться целый год. И, кстати... А, хотя нет, это, наверное, вряд ли можно провернуть. У меня же есть свой дом в убежище. Я думаю, может, туда можно заманить тёлку и трахнуть её. The Herald of Andraste. Lord Esmeral Abernash. Honored to party. Почему вся знать выглядит как конченая ебана? Это мой брат-близнец, судя по всему, под маской Войда. Судя по подбородку. I'd heard a Trevelyan or two took up the cause. The Lord Seeker is willing to hear our petition about closing the breach. A credit to our alliance with the Inquisition. Care to mark the moment? 10 Orlesian houses walk with you. Конечно. Зачем хамить какому-то чуваку, который на нашей стране? Даже если он, мне кажется, полным мудаком с надутыми рукавами. О, спасибо, чувак. Спасибо. Тебя зовут Ридальдо, скорее всего. Но вообще приходи на мои стримы, которые начинаются вечером. Там я более адекватен. Я сейчас просто очень устал уже. Лорд Искатель готов принять лишь после того, как первый персон визится. Окей. Okay. Жаждет со мной побазарить, оказывается, лорд Искатель, а я тут фармил 15 очков ради того, чтобы с этим педиком потусоваться. Someone worked out some issues building this place. С таким чуваком, когда ходишь, наверное, все думают, что он сам в маске. Хотя, блин, они же все знают об этой расе. Класс. Вот из таких вещей, когда кто-то что-то говорит, там, из героев или еще что-то делает, как бы и зависит, ну, типа, разнообразность геймплея и все такое. И на петуха похож. Но... что-то мало... относительно того, что... Ладно, короче, не буду растекаться мысли по древу, пойдем. Борис! Привет! I present Knight Templar, Sir Delrin Baris, second son of Ban Jevrin Baris. Я помню этого негра, он уже тогда был за меня. May I be so honored as to present Lord Esmeral Abernage? I'm the one who sent word to Cullen. He said the Inquisition works to close this breach in the Vale. I didn't think you'd bring such lofty company. Да, наверное, даже не такой клёвый ход каких-то педиков притащить. Но раз ваш главный любит уповаться, упиваться властью, то... Да, the sky burns with magic, but he ignores all calls to action until your friends arrive. Does the Lord Seeker believe the breach will heal on its own? If he does, he's not confiding in us. Этот негр за нас будет тоже. The Lord Seeker's action. Не подходи ко мне, Тайга, это мое личное пространство. Я пускаю у него только баб. И Барри Быкова. Что происходит? Это романтическая сцена. If you think we're right, abandon the Lord Seeker and help us. We can't abandon our order. Ну да, солдафоны никогда не нарушают приказы. Даже если у нас возникла совместная симпатия. Посмотрите на чувака сзади, он реально мается. А, все. Взял слово. Блять. Да чего вы уж понимаете, он тут единственный адекватный. Когда мы убьем нынешнего лорда-искателя, он возглавит этот орден.
These are the standards. An honored right centered on the people, the Maker, and the Order. The Lord Seeker asks that you perform the rite so he may see the order in which you honor them. What if I fail? Well, there's no correct answer. The ritual simply shows Watchers who you are and what you value. Okay. We'd be honored. Я люблю загадки. That's what the Lord Seeker asks of the Inquisition. Not the Inquisition. Was? The Lord Seeker changed everything to meet you. Not the Inquisition. You. By name. Why? I don't know. Перевернул он все. Я, блядь, баранов убивал 2 часа. Хуило, могу просто мне смс-ку скинуть, я бы так приехал. Давайте выполним ритуал. Хотя зря я согласился, наверное. А, выбрать знамя народа. Выбрать знамя Андраста. Выбрать знамя храмовников. Ну типа, блин, мне нахуй не сдались эти храмовники, но я могу им подлизать в жопу. Я могу показать, что в Андраста я не верю. Но я наоборот поступлю так. Я сначала Андраста считаю главнейшим. Подниму его знамя. Блять, но народ... Да нахуй народ, блять, храмовников. Типа я ему подлезал немножечко. И, короче, блин, народ пусть в говне валяется. Мне вообще без разницы, что с ним будет. Нет, стоп, я понял, как это работает по-другому. Типа так получается, что у нас на втором месте. Ага, вот так, вот так. Все. Кассандра отчасти одобряет. Отлично. Наверное, если бы я поставил храмовников на первое место, она бы одобряла. Заебись. По традициям, участник ритуала теперь должен объяснить свой выбор собравшим. Все. Мой выбор случайен. Это мое дело. Меня ведет моя вера. Мой двигали политические мотивы. Меня ведет моя вера. На самом деле, меня двигали политические мотивы. Я хотел подыграть и тем, и всем, а так как тут знать, то народ не был неважен. I suppose those are your intentions. My intent is to teach you. Все, чувак, не лезь. You Helmlouts are wasting the Inquisition's time and my time. Unacceptable. The Lord Seeker. Петух какой-то. Follow me. Пойдем, блин. Только куда ты ушел-то? Заходим. Ну вот, вот такие вот сценки, они меня больше радуют, чем геймплей. Хоть что-то происходит, хоть что-то выбираешь, что-то делаешь. Чего? Lord Esmerel Abernash, honor. It is not unlike the second dispersal of the reclaimed Dales. No doubt. Что напряженная какая-то ситуация. A pity more people don't understand that. This is the grand alliance the Inquisition offers. Абернаш, отойдите назад. Баррис, что с ним такое? Где лорд Искатель? Sir Barriss, I'm right in assuming the Knight Captain has seen better days. You be ready. Yes. Сейчас он убьет этого чувака. The Lord Seeker had a plan, but the Herald ruined it by arriving with purpose. It sowed too much dissent. Knight Captain, I must know what's going on. You are all supposed to be changed. Now we must purge the questioning knights. Да, короче, они явно превратились в дерьмо. О, нормально. А мне не нравился никогда. И вы тоже.
Только негр выживет. Это правильно. Потому что он будет главным после того, как я этих мудил замещу. Блин, тебе, конечно, не очень клево быть лучником в этой ситуации. Блять. Возвышение! Как же возвышение? Не-не-не. Вот туда, да-да-да-да-да-да. Взрывной волной их всех нахер. Я вообще не понимаю, что происходит вдали. Типа, не графон в этом виноват, я просто реально не вижу. Ну вот это уже похоже на первый Dragon Age, прям один в один, когда мы из горящего замка, точнее сквозь замок прорывались. Бля, много урона они, конечно, вносят. Ничего не скажешь. Был бы какой-нибудь аджор у моих, было бы легче. А так тут хилок не напасешься. 8 точно не хватает. Но с автосейвом, наверное, все фуловые будем или нет. Почему вообще нету зельев излечения нигде, не в коробках? Это же самый популярный дроп в компьютерных играх. Лечилки. Да срать на них, монстры и монстры. Это и так было понятно. Я не беру эти чертежи, но не знаю, почему я этого не делал. Потому что, наверное, я больше никогда эту игру не запущу и все равно ничего крафтить не буду. Надеюсь, этот замок хотя бы проберите через ряды пораженных схем. Да, так вот, я просто надеюсь, что этот замок, он хотя бы не очень долгий по продолжительности. Мне так не хочется час в нем ковыряться, допустим, я даже не понимаю. А, вот, выход. Укрепленный щит, еще один кинжал, наверное, это все говно продать можно. Будет, когда я доберусь до торговца. Я пока полноценных городов-то и не видел, только какие-то заставы до поляны, блядь. Guide them to me. Was that the Lord Seeker? I didn't hear it. Ага, ага. Lord Seeker будет боссом, короче, большим, вонючим, жестким боссом. По всей видимости. Ну что ж, хорошо же, что мы вышли на улицу. Меня это не так угнетает. I would know you. Бля, еще и наверху. Урона реально не хватает, как ни крути. Ой, плохо получилось. Да, нас тут раскидали, похоже. Не-не-не-не, туда, ты ё-моё. Сам тут точно хорочен. Хотя кое-как отбились. А, тут еще точно бичи. Не-не-не. Это не то, что я хотел.
А, негр с нами воюет. Я думаю, что за хуй там со щитом? Даже стрелять в него начал. Понял, понял. Так, еще один эскиз. Мне наверх надо как-то подниматься, что ли. То, что она их притягивает, лучше от этого мало становится. Они ее пробивают жестко. Нам нужно купить хорошую броню для этой проститутки. Вытягивай их! Боже. Гном аж в невидимость ушел. Пользуется моей тактикой теперь. Да блин, где лечилки? Чё за дерьмо? Сохранимся, пожалуй. Наверное, не самое лучшее место, но лучше, чем ничего. Уже из последних сил на без хила. Хорошо, что хоть поднимать можно их. Иначе совсем жопа будет. Да я вижу, что ты инжерт, но понимаешь, тут... Чего? Зелье какое-то. Откупоренное. Не, блин, это не то. Хватит его подбирать, чувак. Я хотел, чтобы ты прыгнул. Короче, она его притянула и умерла. Кассандра, живи. Живи, сестренка. Может быть, нам немного осталось, а может быть и много, как знать. Левелап не дает ничего. Я вообще не понимаю, что происходит. Этот прыгает через себя, карлик. Пыерок, блядь, какой-то. Снова внутрь, да, нет, это внешнее здание. Они всю знать перебили, а ведь в итоге нас обвинят. А, сразитесь с лордом-искателем. Чуваки, у меня ХП нет. Как я смогу победить, у нас, типа, нет, нечем драться вообще. Это конец. Мы можем как-то любовью друг друга исцелять, типа. Негр умер где-то по пути, да? Я могу его оживить. Блин, наверное, умер так умер. Похеру, блять. Ладно, погнали. Всегда можно будет изи поставить, может быть, поможет. Я знал, что этим все кончится. Вы можете прочесть это по моему носу. Сейчас он превратится в говно какое-нибудь, не? Не, просто решил меня отпиздить. Чего? Куда? Не хочу, не буду, верни меня в мой мир. Зато лечилка моя. А, не, это как в Макси Пейне, короче. Мир тьмы, я должен сам пройти сквозь него. Понять, вестник Андраста я или нет. Сквозь эти тела. Страдающих мучеников. Что же? Что же произойдет дальше? Кому я подхожу? Ага.
А вы что здесь делаете? Is this shape useful? Will it let me know you? Everything tells me about you. So will this. Watch. Давай, давай, мне он никогда не нравился. Хер какой-то. Demon? Am I supposed to scream in terror next? Справлюсь и без него. Scream in terror next? Being you will be so much more interesting than being the Lord Seeker. Да срать мне на вашего лорда искателя. Вы скажите, мне придется с налоу ХП драться против него или чего? Это дерьмовый демон, я тебя отпизжу, просто мне понять бы, в каких условиях будет проходить борьба. When I know enough to wear your face, your closest companions will be mine. Lori is coming, and the Elder One wants you to serve him like everyone else. By dying in the right way. Твое величие не распространяется на меня, демон. Я вестник Андраста. Меня сама жрица какая-то там трогала. Так что... I am envy, and I will know you. Tell me, Harold, in your mind. Tell me what you think. Tell me what you feel. Блин, я уже уснул, возможно, это типа мне снится какой-то бред уже. Ладно, забьем, найдем выход. О, это начало игры. Здорово, Кассандра. Ты тоже тут. Our enemies have surrendered unconditionally. The Inquisition's strength rivals any kingdom in Thales. Our reach begins to match my ambition, but we will strive for more. Is imitating what you can't have your only pleasure? Мне вообще насрать, серьезно, демон, давай просто драться. Просто я не знаю, ну блин, это все очень классно и все такое, но блять, это еще и ловушка, в которой можно умереть. Ёпта. Твою мать. Серьезно. И тут как у Фредди Крюгера, типа, если умираешь тут, то умираешь в жизни. Я не хочу этого квеста. Может, с этой стороны можно обойти? Will you grieve when the Elder One topples it? Выключите этот душ. Дайте мне пройти. Что вообще за говно? Блин, я не понимаю, это какая-то загадка на... Ну, типа, это фигня на тайминг. А, она крутится, я понял. Так. Поворачивается, я прохожу. Встаю сюда. Мне уже тяжело соображать. Поворачивается, я бегу, захожу сюда. Тут
Тут я не знаю, как пройти, она все время льет. Урона не хватило, чтобы меня убить, но я почти мертв. Do you see how glorious my inquisition will be after you die at the hands of the Elder One? Блять, мне реально немножечко хп не хватает, чтобы пробежать сквозь все эти фонтаны. Может быть, за этой дверью что-нибудь. This is my place. What are you doing? Чего? Шепот, который слышится на его как во сне. Чё за говно? Хилка-то есть или нету? Дайте хилку. А. Эту дверь можно взломать, мне кажется. Точнее, стену. Я вижу просто в ней щель, но, видимо, это просто глюк графона. Я не знаю, как это пройти, потому что у меня просто хп нет, а там льется это дерьмище. А, не, вот, смотрите, немножко хп восстановилось. Я могу пить зелье исцеления, господи! Спасибо тебе! Надо было... Нет, это вообще никак не пройти. Блин. Да нет, это точно когда надо выбить или типа того. Может просто нажать на что-то. А, стоп, может быть это рычаг? Нет. Может быть это рычаг? Да ё-моё. Короче, чувак, еще надо сделать. Никто уже не пишет в чате, наверное, целый час вообще стрим-то идет еще. Может, у меня уже давно. Закончился он. Потому что вылетел. Не, типа идет. Но люди уже ничего не подсказывают. Либо он перестал обновляться. Я не знаю. Типа я, блин, в рот ебал. А, я в эту сторону еще не заходил. Че это за хрень? Это как бы... А, я понял. Это комната, но... Она странная. Так. И... И что? А, из нее тоже надо выйти. Окей, можете не подсказывать. Мне кажется, я рано или поздно пройду это дерьмо. Оно просто меня так угнетает. Я так устал. Mirrors on mirrors on memories. A face it can feel, but not fake. I want to help you, not envy. Who are you? I've seen you before, have I? I've been watching. I'm Cole. We're inside you. Or I. Чего? It's easy to hear, harder to be a part of what you're hearing, but I'm here, hearing, helping, I hope. Envy hurt you, is hurting you. I tried to help, then I was here, in the hearing. It's not usually like this. You can explain this, I'm listening. Не, ребят, я уже даже комментировать не в силах эту бредятину. Типа они, ну, психоделики ввинтили, я помню, что
И раньше в каких-то снах тусовался в Dragon Age, это тоже было ни хрена не интересно. Не знаю, видимо, мне вообще ничего не нравится по жизни в последнее время. Я, может быть, в какой-то депресснике, но это все кажется мне таким скучным. Ты няшный. Ты няшный, чувак. Я доверюсь тебе, так или иначе. Ты похож на школьника из деревеньки. Помоги мне выбраться. All right, Cole. If you really want to help, how do I get out? It's your head. I hoped you'd know how to stop it. Well, I don't. All of this is envy. People, places, power. If you keep going, envy stretches. It takes strength to make more. Being one person is hard. Being many, too many, more and more, and envy breaks down. You break out. So if we keep moving in my head, we tire envy into submission. Maybe. Я бы и так продолжал передвигаться. Я не знаю, что за идиотизм. Давайте. Дайте мне дальше тогда бежать. Думаю о воде. Вообще пиздец, как думаю. Душу еще хочу принять. Молодец, чувак. Ты пожертвовал собой, но... Ты освободил меня, теперь я в предбаннике и... Это конец, пожалуйста, скажите мне, что это все, что я сейчас выйду. Что происходит? Кого они закололи? Непонятно. Ну да ладно. What do you say to your crimes, heretic? This is a farce. I demand justice. Have it. Да, понятно, что инквизиция в итоге скатится в говно, это и так понятно. The people will turn against the despot demon. I will clear their doubt. As herald, the lash will follow my word. Выйти из разговора, я теперь буду просто нажимать. Я очень хочу, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Это реально настоящий кошмар. Очень скучный и ужасный просто. Это как будто... Да блин! Ну... Не, серьезно, я сейчас просто сдамся. Я очень хочу узнать, чем... Что будет после того, как мы убьем этого лорда-искателя, ну это просто дерьмо. Серьезно, вот это... Может, кому-то понравилась вот эта часть именно по какой-то причине, типа, вау, нифига себе. Но, блядь, баранов было веселее убивать, чем бегать в этой залупе. Я вообще не понимаю, зачем геймдизайнеры, они, типа, выебываются таким образом, вставляя такое говно в игры. Или в чем прикол? Я на всех, может, посмотреть должен, или типа того. Может, я в упор не вижу реального выхода, но, блядь, это такой бред. Солнышко светит сюда. Пиздец, надо было к магам идти, вот что я думаю по этому поводу. Я думаю об искрах. Я готов о чем угодно подумать, о двух макаках, которые дрочат друг другу, лишь бы выйти отсюда. Шаровни сожжены, выберитесь из тюрьмы. Чего? Что такое жаровни? А, вот. Понял.
я же зажег ее. Почему меня не засчитал это? А, вот теперь засчитал. Видимо, ту я недостаточно самостоятельно зажег. Мне Коул помог. Класс. Было бы клево, если бы мне надо было шкуры барана туда вставлять. А где самая главная жаровня? Вот. По центру. Давай, давай, паровоз. Быстрее. Блять, еще. Просто. Все, это конец, выбрались. А, теперь выбраться из леса. А, ну да, это продолжение. Типа 30 минут в этом бреду было слишком мало. Будем еще выбираться из него, значит. You wish to be difficult? Then see the legacy of the Inquisition. Какой-то вообще. Людям, по-моему, геймдизайнерам во всем мире отказало просто чувство мира, чувство меры в какой-то момент. Во всех играх. Если начинается какая-то хуета, то она длится типа раз в 5 дольше, чем должна. Серьезно. Вот такое у меня впечатление складывается. Мне бы просто хватило одного блядского разговора с этим демоном, чтобы заебаться. И на этом все должно было закончиться. Типа, да, окей, мы побывали в кошмаре, и ладно, но это говно, оно продолжается и продолжается. Нет, я, конечно, понимаю, что оно действительно заставляет тебя желать пройти его как можно скорее, потому что ничто так не мотивирует, как куча говна в лицо, но это уже перебор. Это уже действительно перебор. Я еще, по идее, судя по замыслу, я еще и должен... А, ну да, я понял, мы тот же самый путь проделаем, что и в реале проделали до этого. Но по замыслу я еще, видимо, должен файтиться все это время, будучи лучником, без своей пати. Все, наконец. I don't believe this. Unfair, unfair! That thing kept you whole, kept you from giving me your shape. What could you gain from being me? What could you gain? What? Ah! We'll start again. More pain. Не-не-не-не-не, надо заново, пожалуйста. Обоссыте только не заново. It's frightened of you. Get out of... Все, отлично, отлично. Поебал, на, и заканчиваем. Back to the reality. Чё? Боже. Классная жопа. Прекрасная голова. Открыта запись зависти. Это уже не лорд-искатель. Ты что, не понял? У лорда-искателя ноги по-другому выглядели. I'm sorry. An envy demon replaced the Lord Seeker. Envy? Then the Lord Seeker. Ты будешь новым лордом-искателем, Нигер. Я пророчил это еще часа три назад, так что...
типа, я реально вестник и пророк. They often give us new kinds of lyrium, our commanders. Some use the red stuff first to prove it was harmless. The knights would have been next. Да. That demon turned our leaders, so we couldn't question when this started. Но ты-то самый главный, значит, все дело было в самом ордене, недооцените. Тогда давайте покончим с этим. Давайте покончим, блядь, что тянуть. Templar, what is envy? A coward, brother. It studies, makes less mistakes, but most of all, it hides. We need our veterans. Our commanders have turned, but the lieutenants may still be. Может быть, в этом есть какой-то глубокий замысел, типа, знаете, там, зависть — это плохо, или вроде того. Show those things no mercy. Удержите большой зал. Храмовники будут удерживать большой зал, но их сила иссякает. Если вернуться и помочь храмовникам, их сила восполняется. Если храмовники не удержат зал, вы проиграете. Защитники справедливости. Найдите лириум, найдите какое-то дерьмо. Так. Карта. Блять. Так сразу и не скажешь, куда бежать. Ладно, погнали. Главное, что нас выпустили из сна. И то заебись. Отставить. Я неправильно понял. Спасибо, спасибо. Что чужой начал пикать. Так. Удачи, ребята, с демоном зависти. Давайте. Начинайте войну. Так. Блять, тут столько стрелять придется. Эти ворота не открываются, нет. А, погнали. Нифига себе, вот этот выстрел. Отлично, отлично справляемся. Что? Allow me. Ну давай. Might be more mighty. А, блин, короче, я понял. Тебя надо подвести туда. Ручками. Неплохо, неплохо. Тебе бы в футбол играть с таким ударом. Доблестный сикач. Поезд защиты от электричества. А где эти-то, блядь? Ветераны. Ветераны, ветераны. Защитившие отчизну. Не, в натуре, я что-то не понял. Лучшего места для ветерана, чем две пивные бочки, по-моему, не найти. Но тут их не оказалось. Так что продолжаем прорываться. Тем временем главный зал переживает не лучшие времена. Остается только догадываться, получится ли у нас. И... отлично. Да замочить их, чтобы я Харальда мог отправить назад. Если мы не вернемся сейчас в холл, то мы все в говне. Кто из них, блядь, Харль? Ты Харль, чувак. Не понимаю. А вы наше спасение, я боялся, мы погибли. Идите в зал, Баррис все объяснит. Да-да-да-да-да. Все, погнали, теперь тоже в зал. А, бля, лечилок нет. Вот
вот это действительно большая проблема. Ну ладно, ничего страшного. Вы, если еще поднимете меня, братья, по оружию. Погнали. Бля, да, надъебись. Не до тебя. Храмовники ветераны найдены. Золотишко. Возвращаемся в большой зал. Да, борьба тут, конечно, не на жизнь, а на смерть. Ты-дыщ, ты-дыщ. Все, ребят, я сдаюсь. Все. Я больше никогда не буду играть в эту игру. Она реально полная дерьмо, я не знаю. Ну, неинтересно, правда. Не знаю, в чем дело. Может быть, я... действительно не настроение, но это просто реально неинтересно. Я хуй знает. Почему людям нравится, я понять не могу. Может быть, они лучше объяснят, но все, что мы делали за первые 6 часов этой игры, просто до охуения скучно. Серьезно. Я вижу, какая большая работа проделана, что это реально большая игра, но, блин, она вообще не окупила свои 2000. Как я не старался вовлечь себя... в геймплей, в процесс, в сценарий, но последние, типа, часы это уже было сплошное мучение. Спасибо, там, до конца стрима дожил 1600 человек. 7 часов, ребят, ну, блядь, я реально пытался, я думал, вдруг в какой-то момент что-то изменится. Far Cry 4 мне тоже сначала не очень понравился, а оказался более-менее сносной игрушкой, если не сказать больше. Но это, наверное, придется сказать, что... я не могу больше поставить, чем 8 из 10. Не самая удачная игра, сори. Сори, BioWare. Скучновато и... очень долгий разгон. Может быть, еще 7 часов надо просидеть, чтобы наконец-то фан попер, но... блин, я не знаю, как себя заставить. Она меня совершенно не увлекает, честно. А, ну вот и все, наверное. Спасибо всем, кто был. Шутка. Я должен еще почитать, кто подписался за время ночного стрима. Что я сейчас и сделаю? Сейчас какую-нибудь эпичную музыку поставлю. Сейчас, секунду. Вот это была классная RPG. Так, ребят, благодарю за подписку. Благодарю за подписку. Сегодняшним, ну, во время сегодняшнего ночного следующих чуваков. Даже не чуваков, назовем их королями, пусть и временно. Так, во-первых, за время, прошедшее с выключения и включения стрима, подписались несколько человек. Это... ну, хотя нет. Не несколько, всего один. Николенко Александр, приветствую тебя. Спасибо. Урка 14. PHZENTX. Я не знаю, как это прочесть. Это какой-то набор хуеты. Что муку. Спасибо большое. Джонатан Джексон, благодарю. Майонез Кун, ты самый лучший. Ламантин, ты еще лучше, чем Майонез Кун. Альчу. Супер Пахан. Рарита. Я люблю тебя, Мэтт. Вольтмен. Через 4. Мама Хованского. Привет, привет. Я знал, что ты подпишешься. Сэр Мэдисон победитель. Да, да, это я. Но я проиграл. Я чувствую себя проигравшим, ребят. Аверсом.
Армарон 34 Смирнова Ubisoft представляет. Добрый гном Джейд 133 666. Фухетки фу, блять, рунетки ру, короче. Мони волн, море волнуется раз. Ричи Тезиер, море волнуется 2, море волнуется 3, обзор на Дай Пили, Солид Пайне, Кибер Сопрано, Аяты Баюбаю, Клитер Зануды, Затратиньо, Джуви Штандер, Пивной Король, X-Med, 2000 рублей, Айр 0, Хесус Хуй и... Ридальдо, спасибо, чуваки, что поддерживали меня этой ночью. Все, всем пока, всем удачи. Увидимся завтра, если все будет нормально, а то я что-то заболеваю, но я думаю, что я проведу пятничный стрим, так что до завтра, до сегодня, до 8, пока.